Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики и гости канала. Сегодня очередная распаковочка, очередная посылочка с сайта AliExpress. Здесь очередные часы, смарт-часы. Гугумс, бренд такой. Ну, недорогие, стоят они около 900 рублей, 878,9, примерно так. Сейчас они так стоят. 11-го будут стоить намного дешевле. Если вы положите заранее в корзину, 11-го купите, то обойдутся они вам намного дешевле, наверное. Я так думаю. Давайте вскроем и посмотрим, что это за часы. Так, посылочка шла из Китая. Недели три шла. Да, даже наверное, чуть побольше. Так, вот такая обыкновенная упаковка. Внутри пупырка. И вот такая коробочка. Коробочка чуть-чуть замялась. Ну ничего. Ничего страшного. Наверное, придется их подарить. Замучили, честно говоря, меня эти часы уже. Так. Все стандартно. Как во всех фитнес-трекерах, фитнес-браслетах. Так. Ремешочек силиконовый. Несколько цветов имеется. 5 цветов. Черный, синий, зеленый, красный, по-моему, и какой-то розовый. Измеряет кровяное давление. Сейчас попробуем. Считает шаги, пройденный путь. Ну и так далее. Работает с телефоном через Bluetooth. Загружаем приложение. Но показывать я вам уже не буду, как загружать приложение. Если кому интересно, у меня было несколько видеообзоров на разные смарт-часы. Я вам оставлю ссылочки под видео, и вы посмотрите, как это делать. Стандартное приложение для смарт-часов, для фитнес-браслетов. Считает сожженные калории и тому подобное. Ну, конечно, точность тут не ахте какая, я так думаю. Тем более измерять кровяное давление. Сейчас проверим. Вот так часики смотрятся на руке. Никаких настроек я не проводил. После того, как соединился через Bluetooth с телефоном, часы полностью синхронизировались с телефоном. Автоматически вышла дата, время, ну и все прочее. Вот режим спортивный. Это настройки. Туда можно не лезть. Сейчас в режиме измерения пульса. Но для того, чтобы ваши часы нормально работали совместно с телефоном, необходимо загрузить приложение. Приложение можно загрузить как с этих часов, с QR-кода, или же... Вот, все, померили пульс. Я пропустил, какой там пульс. Спортивный режим, настройки, пульс. Снова сейчас измеряет давление. Сейчас посмотрим, какое давление покажет. Ну, конечно, точность тут не высокая. 116. Насколько? Измерил и погас. Дальше содержание кислорода в крови. И так далее. Спортивный режим, режим здоровья. Связь со смартфоном. И так далее. Вот с этого QR-кода можно загрузить, сканировав на телефон. Или же QR-код можно сосканировать с мануала. Я сканировал с мануала. Сейчас вам покажу
эту программу, функциональность этой программы. И на этом закончим. Часики-то вроде так недорогие, но точность, я скажу, наверное, не очень. Но во всяком случае, точность выше, чем у приложения, если просто загрузить приложение на телефон. А время смотреть можно. Вот такой вид имеет это приложение. Здоровье, спорт, тенденции и данные. Здесь вводите свои данные, личные данные. Рост, вес, день рождения и так далее. Начнем со здоровья. Вот. Общее количество пройденных шагов 0. Надо часы наносить эти постоянно, чтобы все было в норме, так сказать. Вот. Пройденное расстояние, сожженные калории, сколько вы проспали ночью. Плохо. Ноль часов. Бодрствование 10 часов. Вот видите. Постоянно вы должны находиться в этих часах, чтобы функционал работал. Дальше. Пульс можно измерить прямо со смартфона. Вот пошло измерение. Все, пульс 65. Можно сказать, норму вообще идеальная. Дальше сейчас измерим давление. Нажимаем. Можно измерять давление и пульс. Ну, все то же самое, как со смартфона, так и с самих часов. Ну, со смартфона. Мне это кажется удобнее. Вот давление 122 на 72. Идеальное, можно сказать. Нормальное давление должно быть меньше 130 на 85. Вот такой функционал у этого приложения. Совместно работает совместно с этими часами. Ну, спорт тут все понятно тоже. Все как в фитнес-браслете. Старт, поехали. Считает километраж. И приложение здоровья считает ваши шаги, ваше пройденное расстояние, сожженные калории и тому подобное. Вот, в принципе, и все. Ну вот, друзья, такие часики. Ссылочку я на них оставлю в описании под видео. Может, кому-то и понадобится. Можно подарить в подарок. Коробочка красивая. Ну, вы в начале видео видели. Так. На этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Буду рад каждому новому подписчику. Всего вам доброго, до свидания. Удачи вам, пока.